Мы сегодня опять в движении. Всем привет. Всех с праздником. У нас сегодня совпало три праздника. День России, Троица и День Станицы. Сейчас покажем вам, как отдыхает Федоровское сельское поселение. Милиция, полиция нас бережет. Так, это у нас парк. Рядом берег реки Кубань. Сходим туда, посмотрим. Загляните в станичный альбом. Нахрен куда пробьешься? Ой, такая вообще старая фотография. О, как пахнет. Здорово. Так, тут сейчас куча знакомых будет, которых я не видела 100 плюс 100-500 лет. Здравствуйте. Сейчас, короче, все будут норовить попасть мне на камеру, потому что у меня здесь половина всех подписчиков, моих зрителей. Качели тут такие есть. Я тут не была никогда. Борща не брали. Вата есть, дочь? Потом. Ой, какая погода шикарная, слушай, вообще. Я тут не была никогда, смотрите, сколько всякой развлекухи, сколько всего, выставки. О, попкорном пахнет везде. А мне все равно. Ну, если нам достанется. Мы пойдем пройдемся, но на что-нибудь это закажем. Шарики пострелять, покидать. Уля, ты хочешь шарики? Ты попадешь в один. Мы же пойдем туда закажем. Ой. Пойдемте. Здравствуйте. Я хочу пройти посмотреть. Ой, здравствуйте. Я на Кубани. Клёк. Там, короче, палаточки всякие. Можно присесть, покушать шашлык. Мы, конечно, тоже, наверное, на шашлык рот откроем. Здорово. Звонят, звонят колокола России, благую весть несут во все края, молитвою Россию осветили, ржаную Русь, люлея и любя. Сегодня Троица, Троица святость, Троица мудрость, Троица сила, надежда и суть. Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте. Как настроение?
была хорошая. О, Василиса. Привет. Здрасте, здрасте. Что там, батюшка? На YouTube хотите? Я влог снимаю. Народу много. Погода вообще дает шикарная. Прохлада такая вообще. Мы спели краткое песнопение, которое называется «Пропасть и Покровица» в честь этого праздника, который каждый год поется в храме. И... А у вас как? Сейчас можно брать или попозже? Вообще? Попозже можно. Чтобы просто не стоять. Давайте мы закажем. Давайте полкило возьмем. Нет, потом просто я знаю, будет очень. Оно вы есть, уже готовое, уже есть, а говорят. Нам сейчас? Давай через час. Привет. Да, тут надо... Через час может не быть, наоборот. Не, ну мы закажем, нам оставят. Или как? Мы сейчас это тарелку будем ходить. Так что делаем? Давайте. И ни одна зараза не позвонила мне, не сказала: Лен, ты как? Где? Договаривались. Сюда ехать. Поздно. Идите, вас водичкой покропят. А сюда долетела, мне в спину долетела. Здрасте, Лида Васильевна. Конечно, куча знакомых, куча всех. Даже, я же говорю, людей плюс 100-500 лет не видела. Сегодня хоть увидимся. Уля, смотри, ветер сейчас как дунет, будет тебе и вата. И... У тебя уже шарик в Сочи, помнишь, в окно? Так у тебя сейчас и будет с ватой. Ого, больше 3 головы Ульяниных. Привет! Как настроение? О-о-о! Дай! Так хорошо вообще, мы сейчас девчонки придут, мы шашлычка уже взяли. Сейчас протрем стол чуть-чуть. Вообще, тенечек. Слушайте, ну все-таки люди изголодались. 2 года из-за пандемии не было здесь праздников, не было гуляний. Люди прям очень много людей, даже непонятно откуда они взялись, эти люди, кучами. Все-таки скучают по общению, ведь много людей не видятся очень много времени. И... Такие праздники объединяют людей, там, допустим, ты можешь полгода, год не видеться, но на великие праздники, на такие, все приходят, все встречаются, поэтому сегодня я уверена, что много так людей встретятся.
уху бесплатно раздают. Вот, сейчас покажу. Вот чан тут сухой. А, Мельникова, я говорю, уху бесплатно раздаю. Сейчас пойду покажу. Ленка уже тут как тут. Я сейчас помогу. Сейчас я съемочку сделаю. Уху бесплатно раздают, ребята. Так что я возьму сейчас, видишь, я снимаю. Что я хотела сказать? Я узнала, что спонсор всего вот этого уха бесплатно. Кстати, хлеб, тарелки, ложки, вилки тоже все дается бесплатно. Казачество. Наше кубанское федоровское казачество. Казаки нас угощают. Молодцы, спасибо, респект. Вот у нас тут шашлычок сегодня. Уху мы взяли. Я тоже. Уха под холодненькую самогоночку, самое оно. Тебе нет, еще можно пойти взять. Вон он разливает. Возьми, пожалуйста. Так, сейчас еще покажу. Мальчики, наложите салатика, пожалуйста. А что за мясо? Говядина. Говядина? Лишь бы не баранина. Не, ну я плов не люблю, не хочу, я хочу салат. Все бесплатно. Бесплатно. Ребята готовят настоящий, вы узбеки, нет? Таджикский плов. Таджикский плов. С говядиной. Как и полагается, мясо отдельно. Я просто не знаю. Так, ну это будет первая часть, потому что в одном видео их слишком много. Это. В одной части будет слишком много опять видео, поэтому первая часть, вторая будет потом. Может быть, даже завтра. Не знаю, как получится. Потому что может сесть батарея, поэтому я этого боюсь. Скорее всего, я сейчас хотя бы смонтирую видео и выкину вам, чтобы вы видели. Иначе вы совсем и первую, и вторую часть увидите только завтра. Видите, я нахожусь сегодня на природе, на улице, поэтому боюсь, что сядет батарея. Все, давайте, ждем вторую часть обязательно.